Если ты открыт людям, то и люди открыты тебе. Если ты добр к людям, то и к тебе люди добры. Да, будут люди, которые будут пользоваться твоей добротой. Будут люди, которые будут использовать твою открытость. Но не дай им посеять в тебе мысль, что весь мир такой, как они. Они именно этого и добиваются. Злой, закрытый человек осознает, что он упускает в жизни многое. Ему обидно. Поэтому он хочет, чтобы все вокруг были несчастливы. А как он может отнять у окружающих счастье? Легко. Разрушить их веру в добро. И когда человек пытается разрушить твою веру в людей, он пытается разрушить твое счастье. Если человек воспользовался твоей добротой и предал тебя, это не страшно для твоей жизни. Страшно, если после этого ты перестанешь верить в других людей. Потому что это остановит тебя на пути ко всему хорошему. Это закроет перед тобой многие двери.